Facebook произошел масштабный сбой. Сбой связывают с новым механизмом борьбы с фейковыми новостями. Миллионы пользователей по всему миру испытывают трудности с доступом к своим страницам в Facebook. Также некоторые пользователи получают уведомления о невозможности опубликовать записи и фотографии на своей странице. На данный момент неизвестна точная природа неполадок сайта. Администрация Facebook пытается решить данные проблемы, но сбои в работе сайта проявляются снова. Как сообщает News.ru.ua, проблемы Facebook возникли на фоне объявления администрации этой соцсети об усилении борьбы с фальшивыми сообщениями, fake news и введении новых ограничений на публикации. Напомним, предыдущий масштабный сбой произошел 23 августа, а потом 26 августа. В Facebook появилась функция трансляции с эффектами. По материалам сайта news.ru.ua.